Наша цель не количество, наша цель – качество. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в колл-центре филиала правительства для граждан от Акмолинской области. Здесь работает единый телефон по всей стране 1414, куда граждане Казахстана могут позвонить и задать свои вопросы. То есть в этот колл-центр поступают звонки из Шымкента, из Петропавловска и Костанай, потому что сеть правительства для граждан работает по всей стране и консультирует вас. Всего с начала карантина сюда, в Акмолинский колл-центр, поступило 340 тысяч звонков. В день это примерно около 5 тысяч. Мы специалисты города Кокшетау, колл-центра. Работаем. График работы у нас с 9 до 6 часов. Без обеда, без перерыва на обед. Бронируем очередь в зоны. Часто задаем вопросы насчет 42-500. И бывает, задаваем вопросы, то что как пройти в зоны, как спецзоны, просрочку с банковского карточки. Расскажите, просрочка, банковская карточка, как можно это сделать, найти пин-код, скажите удостоверение личности, звонят, там такие вопросы бывают. 42-500, почему мне не падают деньги? Часто задаем такие вопросы, бывает, то, что не по работе у нас задают, звонки бывают. В день принимаем звонки по 80, по 90, от 70 до 100 вопросы принимаем. Звонки. Какая возрастная категория? Взрослые люди? Разные возрасты звонят, и молодые, и в пожилом возрасте. 63 года и старше мы делаем выезд на дом, бронируем выезд на дом, записываем и посылаем. Специалисты к ним домой прям приезжают, делают удостоверение, ЦП, электронно-цифровую подпись, лежачим, инвалидам, выезд на дом делаем еще. Бывает, что люди нервничают, психуют, потому что бывает, не получают? Бывает, нервничают, бывает, нас матерят, часто бывает. Как вы реагируете, как вас учили реагировать в таких ситуациях? Мы говорим, мы вежливо, ну как, вежливо говорим, ладно, до свидания, будьте здоровы.